Всем привет! Наконец-то долгожданная хорошая летняя погода. Жизнь на даче. Вот посадили сегодня цветочки. Такая вот у нас клумба здесь. Чеснок. Посередине большой чеснок, это типа черемши. Здесь у нас такой своеобразный столб с цветами. Вот такие у нас цветочки, тюльпанчики. Цветут одуванчики вовсю на газоне, только успевая косить. Это мой электробайк. А, покажу вам, что у нас растет в парнике. Такие вот у нас помидорки тут, перчик. Помидорки, конечно, не ахти, но, надеюсь, отойдут. Просто были сильные заморозки, маленько они подмерзли. Тут у нас готовятся шашлычки, скоро будем жарить. Угли уже почти наготове, побелели. Цветочки, такая у нас клумба. Тут у нас мега LED стрекоза, ночью классно светится, меняется разными цветами. Вот такие вот дела. Живут скворцы, кормят птенчиков, только успевая червяков подносить. Шашлычки жарятся. Перчик тут сладкий. А это моя летняя резиденция. Как говорится, летняя студия Carpium Entertainment. Здесь я выращиваю глюцогенные грибочки. Иногда балуемся. Это у меня здесь сарайчик такой. Груша. Кусты смородины. Кусты кружевника. Тут у меня туалетик. Здесь у меня дровишки. Вот так и живем на даче. Ну вот, шашлычки поспели. Снимаем шашлычки. Вкуснятина будет. Были замаринованы в луке, киви, средиземноморские приправы. Просто обалденный маринад. Средиземноморские приправы были привезены с острова Родос. И так они нам понравились, что мы планируем в следующий раз поехать
и еще купить. Просто вкуснятина. Всех с наступающим балтийским летом. И не только балтийским, но и российским. Восстановилась хорошая теплая погода. Можно отдыхать на даче. А можно не на даче, и в лесу. Желаю всем хороших выходных. Отдыхайте кто как может. Шашлычок получился, видимо, отменный. Попробуем немножко. Вкуснятина. Печеный перец на мангале. Салатик. Латвийское пиво. Красота. Что еще нужно для полного счастья человеку? Хорошая погода, солнце, голубое небо. И отдых. В общем, желаю всем приятных выходных, полноценных выходных. С шашлыком, с пивом. Отдыхайте, расслабляйтесь. Подписывайтесь на канал. Еще будет много всего интересного. Удачи!